Привет-привет! С вами Ирина Грачева, проект Ирина Грачева Рейсинг. И сегодня у нас выпуск из моря. Мы находимся в нашем втором офшоре вместе с Канопусом Соло. И идем из Камаре-Сюрмер в Тринете-Сюрмер на нашу базу. Это наше тренировочное плавание. Задача на него в очередной раз настройка под парусами, в очередной раз настройка на курсах, в очередной раз проверка электроники и всего, что есть на яхте, чтобы все работало, и запись лога. То есть мы стараемся идти в максимальном режиме, одновременно собирать данные о нашей скорости, в зависимости от изменения силы ветра, направления ветра и прочего. Погода стоит прекрасная, мы стабильны на курсе, и благодаря этому у меня появилась возможность наконец-то показать свою лодку и рассказать о ней немножечко под парусами. Итак, вначале немножечко о ветровых условиях, в которых мы находимся. Сейчас дует около 10 узлов, недавно еще дуло пятнашку, подскисло. Направление ветра близко к чистому северу, и мы ожидаем постепенно заход к ночи на северо-восток и дальше на восток. Мы идем с углом к ветру примерно 135-140 градусов, это угол к истинному ветру. И наша скорость сейчас около 7-8 узлов. Итак, вот моя прекрасная лодка, мой Канопус номер 800 под боевыми парусами. Мы несем большой спинакер. Полный стаксель и полный грот. На полных курсах оба шверта подняты максимально вверх. На каждом шверте у меня есть отметки, чтобы я понимала, насколько я его поднимаю или опускаю. Завал мачты назад примерно на 5 градусов. Но с мачтой мне, конечно же, еще придется разбираться и узнавать на практике, что да как. При такой силе ветра нам уже приходится работать с килем на полном курсе, но сейчас нет необходимости его полностью вываливать на ветер, поэтому у меня сейчас завал киля примерно 50%. Этого хватает. Несмотря на достаточно слабый ветер, лодочка скользит. Одно удовольствие. Кокпит у нас очень просторный и хватает места для того, чтобы развернуться во время маневрирования, исполнения поворотов. Все очень эргономично и под рукой. Как я уже говорила, бушприт у нас один из самых длинных во флоте, почти 4 метра. И для его поддержания служат вот такие вот аут-триггеры. И дальше уже это идет на стопор и на лебедку. Сейчас ветер усилился примерно до 13-14 узлов, и мне уже нужно поработать и завалить киль на ветер еще больше. Ну вот сейчас с усилившимся ветром наша скорость заметно выросла. Уже больше 10 узлов. Но эта скорость не особенно ощущается на борту, потому что лодка очень легкая и легко скользит.
сегодня это все. Я надеюсь, что лодка стала вам более знакомой, стала ближе. И буду продолжать рассказывать о ней и о своих гонках. Подписывайтесь на мой канал. И пока-пока!